Вона знає, що робити, аби жити легко. Жити легко з Адамовою. Питання від Наталі Пащенко з інстаграму Ранок.UA. Не розумію, як стати більш жіночною. Женственность – это про легкость. Женственность – это про украшательство себя. Женственность – это про уход за телом. Женственность – это про гибкость, это про мудрость. Поиграйте с этим состоянием. Попробуйте внести что-то новое, нежное, легкое, красивое в вашу жизнь. Не то, что нужно купить за кучу денег. Какие-нибудь бусы, какие-нибудь платья, юбки. Где-нибудь пройтись медленнее и зависнуть в этом состоянии. Подышите вкусным запахом весны, осени, лета. Попробуйте почувствовать шелк платья на себе. Вместо того, чтобы уродоваться на каблуках, медленной, легкой походкой пройдитесь в кроссовках. Получите удовольствие от жизни и от того, что вас окружает. Это и есть быть женственной. Возьмите фильмы, в которых вам кажется, что главная героиня или другая ведет себя женственно. Может быть, вы вообще не в курсе, что такое быть женственной? Может быть, вы находитесь в рамках каких-то стереотипов? И еще. Обычно мы чувствуем себя неженственными, если рядом с нами тот, кто показывает не мужское поведение по отношению к нам. Мы всегда чувствуем себя женственными в глазах мужчин. Это всегда внутреннее ощущение от внешней оценки. Может быть, вы на тех ориентируетесь? Женственность – это всегда про легкость. Научитесь получать удовольствие и радость в разных сферах вашей жизни. Почувствуйте эту легкость изнутри.